Всем привет! Сейчас мы находимся в Пуго, в пункте управления грузовыми операциями. Вот. На данный момент мы грузимся в Германии, грузим бензин 95-й. Вот. И я хочу вам рассказать, как вообще проходят грузовые операции на судах, на танкерах. Это система Фрама. Короткое видео, чтобы хоть как-то вам более-менее объяснить вообще, как это все происходит. В общем, у нас есть два пультешника, два пульта управления. Это вот слева, вот этот вот. Это пульт управления балластными клапанами и грузовыми клапанами. И справа у нас есть второй пульт. Это пульт управления насосами в основном. То есть здесь у нас грузовые насосы и два балластных насоса. В общем, по пульту управления клапанами у нас на химических танкерах в основном все клапана гидравлические. На современных танкерах вообще, я думаю, большинство клапанов на судне они гидравлические, то есть их можно открыть сидя в Пуго. Не надо никуда бегать на палубу, просить матросов открывать там какие-то ручные клапана и так далее. В общем, сверху мы видим вот это у нас клапана балластные. Мы видим здесь все клапана, которые идут в танки, и балластную систему, труп, и дальше идут клапана уже по балластной системе. Надо один раз просто запомнить, что у нас три схемы: либо мы балластинг, либо дебалластинг и стриппинг. Все, если вы запомнили, какие что надо открывать при этих операциях, то вы можете спокойно уже оперировать балластом и все так далее. То есть, если мы открываем, например, шестой левый танк, запускаем насос, и все у нас клапана на балластинг открыты, то есть балласт начинает грузиться в танк, и мы начинаем грузить балласт. Снизу у нас идут грузовые клапана, то есть клапана в танке. Это у нас discharge клапана зеленые, вот эти с значком насоса. И как видите, открыто у нас сейчас дроп клапана, дроп, так как мы сейчас грузимся, поэтому все дроп клапана в танке открыты и груз поступает. То есть когда у нас открыт дроп клапана, открыты на палубе какие-то клапана, то мы можем спокойно грузиться. Если мы выгружаемся, мы открываем discharge клапана и запускаем уже насосы, и тогда начинается выгрузка. Вот он, второй пульт управления. Вы можете видеть здесь все насосы грузовые, которые у нас есть на судне. То есть в каждом танке у нас стоит по насосу. Если нам нужно выгружаться, мы просто выбираем, какой танк мы хотим выгружать. Открыли уже клапана на палубе и клапана на пульте. Все, мы готовы выгружаться. Мы стартуем насос. Любой буквально можем нажать, он стартуется, и ручкой вы выбираете добавить или уменьшить давление. И начинаем выгрузку груза из танка. Здесь также у нас есть балластные насосы. То есть балластных на танках не стоит в каждом по насосу. Балластные насосы у нас всего два. То есть если нам надо выгрузить балласт, то мы или загрузить балласт, стартуем эти насосы, открываем клапана и получаем уже, работаем с балластом. Также у нас в Пуго стоят грузовые компьютеры. Слева мы видим компьютер, который подключен ко всем датчикам, которые у нас есть в танках, в балластных, либо в грузовых. И на нем мы видим, насколько загружено судно, насколько в каждом танке, сколько груза, давление в этом танке, температура груза и еще много-много всяких приколясов. Левый компьютер у нас как бы расчетный, то есть мы можем что-то на нем рассчитывать, видеть те же самые данные с левого компьютера по датчикам, и также можем планировать, сколько мы будем брать груза, бла-бла-бла, сколько будем грузиться и все далее. Это очень все просто и легко. Надеюсь, вам было полезно мое видео. Подписывайтесь на канал.